Привет, ребята! Вы на канале Happy Kids. С вами я, Маргарита. И я. Мой папа. И сегодня на обзоре у нас посылочка очередная с сайта aliexpress.com. Вот она. Что там? Не такое уж большое, а что-то кругленькое. Но сейчас мы это все узнаем. Так. Открывать. Доставай. Что там? Что это? Не знаю. А я знаю. Что это? Открывай, доставай. Может, ты достанешь что-нибудь. Как ты думаешь, что это? Не знаю. А по-моему, это юла. 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 Видишь, как она крутится? Раз, два, три. Юла. Юли. Не юлит. А это что такое? Не знаю. А что ты говоришь, как маленькая ляля? Не знаю. Вот так вот, я знаю. Смотри, вот эта штучка. Она вот сюда. Юла, видишь, она же просто так не крутится. Потому что она, эта юла, на батарейках. Вот эту штучку, смотрите, вставляем сюда и тянем на себя. Не бойся. Вот. Эта верхняя часть снимается. Эту убираем. И вот здесь у нас место для трех батареечек. Батареечки я уже заранее приготовил. Вот такие вот три мини-пальчиковые батареечки. Сейчас я их быстренько вставлю. И мы посмотрим потом, как эта юла крутится. Ну что же, я уже вставил батареечки. Вот они. Раз, два, три. И теперь закрываем. Нужно попасть, чтобы вот эта штучка, шкив, попал в верхнюю дырочку на этом пластиковом корпусе защитном. Так. Ну что, нажимай сюда, вот эту черненькую. Вот тут есть переключатель. Он off. Она еще и музыкальная. Крутится. Ва-ха-ха! Прикольная? Да. Вот это да. Да. Вообще прикольно. Ну, давай покажем. Тут три светодиода. Не-не-не. О, можно вот так показать, как она крутится. И музыка какая замечательная. Непонятно. Китайская, может быть. Надо, в общем, чтобы она сначала раскрутилась, а потом уже ставить ее. И тогда она будет крутиться. Вот. Нет, так она не будет крутиться. Нет, ты смотри, ты ее подержи сначала ровненько, да, вот так вот. Подержи, держи, держи. Нет, еще дольше держи. Вот так, держи, дольше держи. Еще держи. А теперь отпускай. Мало подержала. Ты можешь поближе к себе. Смотри, держи вот так вот. За синий просто держи. Да. Не отпускай. Сейчас она раскрутится. Еще держи, держи, держи. Ай! Ну что ж ты? Я покрепче. Да нет, ты когда крепко держишь, ты еще не даешь раскрутиться. Опускай руки. Вот так вот. Прикольно? Да. Танцуй. Китайские танцы. Оп. Ну что, на этом мы заканчиваем наш обзор. Ух ты, не остановить. Юла очень действительно прикольная. Веселая музыка, да? Разноцветная вот такая. Надо, наверное... понюхать ее. Не, не пахнет ничем. Чуть-чуть пахнет. Чем? Непонятно чем. Непонятно чем. Пахнет, наверное, просто пластиком. Ну, не какой-то не ядовитым, по крайней мере. Ну, все. На этом всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока.